Марина Александрова много снимается, но это мешает ей также и много путешествовать с мужем, Андреем Болтенко, и двумя детьми, минус шестилетним Андреем и трехлетней Екатериной. «Я вообще научилась так выстраивать график, что мне всего хватает, и работы, и отдыха, и общения. По воскресеньям я не работаю уже очень давно, каникулы детские тоже не занимаю. В этом году январские праздники, например, мы провели в Барселоне», — рассказала Марина. Несмотря на то, что это было совсем недавно, Александрова признается, что московская зима без солнца и серые деньки снова заставили мечтать ее об отпуске. Море, лето, мечты, может решиться и совершить какой-нибудь поступок, и умчаться куда-нибудь. Поделилась на своей страничке актриса и поставила фото из отпуска. Поклонники ее поддержали: если есть такая возможность, надо ехать. От этого фото прямо веет жарой, и песок я ощущаю на своей коже, мечты должны сбываться. Марина Александрова очень счастлива в семейной жизни. Она не раз рассказывала, что именно муж пристрастил ее к путешествиям. И, возможно, когда-нибудь они вместе откроют туристическое агентство, это еще одна мечта. «Андрей познакомил меня с современным искусством, я начала его понимать и любить. Мы теперь ездим по всем самым крутым биеннале современного искусства, в Японии, в Венеции, а ведь еще не так давно я с этим миром никак не соприкасалась, не понимала его, не ощущала. Для многих людей эта дверь навсегда остается закрытой. Тебя либо пробивает, либо нет. Но если тебя пробивает, ты становишься внутренне богаче и растешь», — рассказывала Марина.